Вице-премьер по АТО. Во-первых, я считаю, что такие должности должны занимать люди, которые переселенцы с Крыма, с Донбасса, потому что они понимают проблемы людей, они сталкиваются с этими проблемами. А когда человек с Винницы возглавляет министерство по АТО, человек, Черныш, который... вы имеете в виду? Да. Ну вот смотрите, говорят же, что вообще это министерство по распилу иностранных траншей помощи. Ну, такое мнение у волонтеров, у многих. И что Знаете, фактически это оно создано не... только с этой целью, чтобы взять эти деньги международные и просто их украсть в большинстве своем. Там заместитель теперь Тука. Как вы оцениваете, если этот вопрос вы расцените как корректно, его эффективность как губернатора, сможет ли он работать в таком министерстве, эффективно решать проблемы оккупированных территорий? Знаете, мне бы не хотелось вот давать оценку деятельности, ну, людей, которые были на После этой вас. должности после меня, потому что тут может и объективное, и субъективное мнение. Я думаю, что время покажет. Да. Ну, а что касается этих министерств, вы скептически оцениваете, да, их вообще? Я скептически отношусь, эти министерства надо было сразу создавать, и тогда мы могли видеть их реальную работу. Знаете, сейчас у нас в стране очень много разных бюро, агентств, НАБУ, которое было создано, год проработало, зарплаты огромные, ничего А абсолютно, они не эффекта делая нет. эффекта, абсолютно ноль. Сейчас они заявляют, что им мало того, что прослушивают людей СБУ, Они милиция, хотят а прослушивать теперь они тоже. хотят прослушивать. И кого они будут прослушивать? Они же не будут прослушивать президента, министров, а будут... Вообще, зачем им людей прослушивать? Они созданы бороться с коррупцией в высших эшелонах власти. Прослушивайте президента, прослушивайте руководство, Кабмин прослушивайте, а не граждан. Да, это просто глупость. Потом создаются много таких органов, которые абсолютно не нужны. Антикоррупционный один орган, второй, третий, иллюстрации и так далее, они-то не выполняют. Это просто как бы общество это требует. Замыливают глаза, да? Пожалуйста, вам. Все. Мы же создали, а теперь нужно отчитаться, а что вы сделали? Результаты работы.